Здравствуйте! Я сегодня хочу представить вам новую магистерскую программу, которая называется «Новые медиа в спорте». Эта программа связана с направлением, которое тоже достаточно новое для университета, и называется «Реклама и связи с общественностью». И уже по названию этого направления понятно, какого рода специалистов мы будем готовить в рамках этой магистерской программы. А понятно, почему эта программа открывается и пора давно это сделать. Во-первых, потому что спорт, которому посвящено большое количество дисциплин, которые входят в учебный план по нашей программе, это явление, которое заняло невероятно масштабное место в современном мире, в нашем обществе и, несомненно, вызывает огромный интерес. С другой стороны, спорт, как мы с вами знаем, наверное, уже сегодня хорошо, это не только спортсмены, это не только тренеры, это не только врачи спортивные, но это и те, кто обеспечивает коммуникацию между спортом и другими областями жизни, политикой, экономикой, искусством. Спорт требует своих связистов, скажем так, своих рекламщиков, которые умеют привлечь внимание, которые умеют правильно подать информацию, которые умеют, используя эти самые новые технологии, которые условно называются новые медиа, это такой термин, которым, как многие знают, обозначается современный этап развития медиапродукции, медиакоммуникации, медиапространства. Так вот, все эти объекты – спорт, медиа, реклама, пиар – объединены в этой совершенно новой магистерской программе. Наш опыт общения с коллегами из-за рубежа, с Кёльнским университетом спорта, с нашими коллегами из Соединенных Штатов, из других стран, дали нам возможность проанализировать лучшие образцы подготовки, лучшие предложения с точки зрения того содержания, которое нужно дать современному специалисту в этой области. И мы постарались это максимально использовать в нашей магистерской программе. Отличная новость. 20 бюджетных мест. Прием документов с 1 июня. Ждем вас на магистерской программе «Новые медиа в спорте». Успехов!